Лио Росси и Тед Брайер. В фильме Дэвида Брайера «Особь-мутант». В других ролях Денис Кросби, Грант Джелд, Пауэрс Бут в роли Фроста, Уилфред Бримли в роли Девро, оператор Карлос Гонзалес, монтаж Тони Малановский, композитор Уильям Стромберг. Пошли, пошли, ребята. Художник Эндрю Мензис. Автор сценария Уильям Виджил и Дэвид Прайер. Исполнительный продюсер Патрик Фрэнсис. Продюсеры Роберт Уиллоби и Майкл Эванс, младший. Режиссер Дэвид Прайер. Для запуска грузовой ракеты «Икарус» все готово. До взлета 2 минуты. Готовность номер 1. Опасность биологического заражения. Пошли, ребята. Быстро, быстро. Шеренгу по одному. Быстрее. Управляющий полетом. Так, девочки мои, мы сейчас поднимемся в воздух. Послушайте, лейтенант, мне нужно в туалет. Потерпи, Лозано. Сэр, я думаю, ему не нужно в туалет, у него даже члена нет. А если есть, то он слишком маленький. Слушай, Текс, я отрежу твой член и будешь у меня на жопе ползать, понял? Правильно. Капрал, все в порядке? Да, все хорошо. Просто немного по-другому сейчас, чем раньше. Это все по-настоящему. Ладно, не волнуйся. С этой ракетой ничего не случится, и мы благополучно вернемся домой. Понятно? Все, ребята, расслабьтесь. Все в порядке. Завтрак.
30 seconds and counting. 29, 28. 30 секунд до запуска. 29, 28, 27. 24, 23, 22, 21. Так, начался уже отсчет, кажется. Ты считаешь вместе с ними? Да. Хорошо, тогда вылетишь отсюда первым. Хорошо. Тебе решать. Договорились. Лозано. Да, сэр. Включи. We have a green light at T-minus 10 seconds and count it. До старта 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Зажигание. Корабль поднялся в воздух. Повторяю, корабль поднялся в воздух. Здорово. Кеннеди, у нас сигнал тревоги. Температура быстро поднимается. Он горит. Повторяю, он горит. Черт. Тревога, тревога, СОС. Он падает. Повторяю, Икарус падает. О, черт, мы в глубоком дерьме, ребята. Так, мальчики и девочки, все готовы? Запомни. Ты собираешь людей, ты прыгаешь первым. Ладно, посмотрим, что нас ждет на этот раз. Ничего. Так, ребята, приготовились к прыжку. Текс, как ты думаешь, где мы? Хрен его знает. Там, где упал корабль, там и мы. Но я чувствую, что мы в дерьме. Гарантирую тебе одну вещь. Какую? Мы никуда не денемся без нашей музыки. Ребята, прыгай, мальчики и девочки, вперед.
Time to kick ass and chew bubblegum. Anybody got ребята, any bubblegum? Пора надрать им задницу. Все go, готовы? Man, да. No ребята, это будет чистая работа. Приготовились вперед. And clear. Все чисто. Черт, ненавижу эти чертовы трубы. Да ладно, перестань, один прыжок и домой. Join the army. Fucking cop. Ладно, желаю тебе приятной прогулки, мать твою. Пока. Okay, next, move. Так, следующий, быстро, быстро. Так, слушайте меня внимательно. Место падения недалеко, в радиусе одной мили. Здесь у нас нет официального допуска. Все поняли. Считайте это территорией противника. Действовать с предельной осторожностью. Не засорять эфир. Если кого-то встретите, стрелять на поражение. Уилли, ты понял меня? Да, сэр. Пошли. Надо же, черт. Где мы находимся? Что такое? Что здесь происходит? Ты представляешь себе? Одни деревья. Это мираж какой-то, черт возьми. Ребята, это вам не Вьетнам. Точно вам говорю. Так где мы, Текс? Мы где-то у нас, рядом. Это дерево, видите? Таких деревьев нигде нет, кроме нашей полосы. Мы на стороне. Ты точно знаешь? Сэр, я просто предполагаю. Тогда заткнись. Никаких предположений. Понятно? Пошли. Так, сейчас я тебе отрежу кусок торта. Потому что тебе опять позвонит. Ты уезжаешь? Дорогая, день рождения, Тиффани, я не променяю ни на что. Работа есть работа. Дедушка, дедушка, смотри, что мне Джеки сделал. Так, что это такое? Это щенок. Да, это хорошая собачка. Как ты думаешь? Днем рождения, дорогая. Ну, иди. Пусть она сделает тебе еще что-нибудь. Here, boys. Эй, ребята, ребята. Брэндон,
Прекратите. Так себя не ведут на дне рождения. Пожмите друг другу руки, хорошо? Так, ну ладно, мне пора. Дедушка, дедушка, подожди. Дедушка должен работать, дорогая. Я желаю тебе хорошо провести свой день рождения, хорошо? Ну, давай, иди к гостям. Спасибо, малявка. Дедушка опять уезжает. Я знаю, дорогая, я знаю. Все чисто. Fresh tracks, somebody just passed through. Свежие следы. Здесь недавно кто-то был. Ребят, посмотрите, что к чему здесь. Так, вот что. Заминировать дорогу. Полевые мины, пехотные мины, все что угодно. Маккол, слышали приказ. За работу. Да, сэр. Уильямсон? Пошли. Что-то мне это не нравится. Я не знаю, где мы находимся. Охота запрещена распоряжением шерифа округа Хоушенк. There it is, lieutenant. Hey, Dart. Вот он, лейтенант, здесь. Nice work, Willie. Take care. Молодец, Уилли. Возьми, ребята, обезопасьте периметр зоны. Хорошо. Everybody. Так, слушайте меня. Я сейчас вам скажу секретную информацию. Там в корабле находилась запечатанная канистра BF-1. Она очень похожа на обычный стальной термос. А что там внутри, сэр? Ты знаешь, что такое секретная информация, Лозанна? Это не твое дело, черт тебя возьми. Да, сэр. Так, действуйте с предельной осторожностью. И если вы найдете ее, не прикасайтесь к ней. Позовите меня. Все поняли. Да, сэр. Приступайте. Что там находится в канистре, сэр? Черт. Да ладно, перестань. Какая разница? Всем плевать на тебя и что с тобой будет. Thank you.
Hey, Walt. Hey, Walt. What was in those orders? Что было в этом приказе? Your plans. Это секретная информация. Come on, you're talking to me, remember? Да ладно, перестань, ты ведь со мной разговариваешь. Ну скажи. Я хочу знать. I'm asking you as a friend. Я спрашиваю тебя как друг. А я прошу тебя как друга. Забудь об этом. Но если бы я узнал, может быть, было бы нам всем легче. Джейсон, что ты готов сделать для своей страны? Все, что угодно. Все, что не попросят. Ты ведь знаешь. Все, что угодно. Да. Все, что угодно. Нашел, лейтенант. Не прикасаться, не прикасаться к ней. Только бы она не разбилась. Ну? Только бы она не разбилась. Уничтожьте остатки корабля. Это то, что я мечтал услышать. За работу, ребята. Мы наконец-то повеселимся. Только не говори мне, что ты жрешь этих древесных крыс. И еще бы, мальчик, я их жареные мозги хаваю каждое утро на завтрак. С ума сойти, какой вкус. What is that? Что такое? Some kind of bug bite? Не знаю. Кто-то укусил. It's all set to blow, sirs. Сэр, все готово к взрыву. Большой будет? Как фейерверк 4 июля. Ладно, хорошо, поехали. Look, here's the assholes, ladies. Так, девочки и мальчики, приготовьтесь. Поехали. Call for the ride home now, sir. Ну что, сэр? No, not yet. Домой, да? Пока нет. Лейтенант, постройте людей. Вы слышали приказ? Всем построиться. И выглядите как солдаты. Пошли. Я хочу, чтобы вы знали. Вы чертовски хорошие солдаты. О, Боже.
sold out. Ты нас продал. Я Господь, который возьмет тебя себе, в твое Царство Небесное. Ты сукин сын. Прости, сынок. Боже, я ранен. Я ранен. Ранен. Нет. Не надо. Боже, не надо больше. Нет. Я Господь, который возьмет тебя к себе, свое Царство Небесное. Пожалуйста, не надо. Не надо. Не убивай меня. Нет. Уолтер! Уолтер. Drop the gun. Бросай пистолет. I can't do that, Jason. Я не могу это сделать, Джейсон. Put the gun down. Бросай пистолет. I have my orders. У меня есть приказ. It's a matter of national security. Это дело государственной безопасности. Я скажу, что вы умерли геройской смертью. Говню в черт. Не надо. Почему? Не надо. Why? I don't know. Почему он это сделал? Почему? Я не знаю. Не знаю. Пойдем отсюда. Нам нужно выбраться отсюда. Пошли. Тише. Лежи спокойно. Терпи. 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 Он нас убьет, лейтенант. Он нас убьет. Ладно, сейчас я им покажу, плотину прорвало. Черт их дери. Дьявол. Что здесь происходит, черт возьми? Плотину прорвало, мы эвакуируем население. Это чушь собачья. Плотину не прорвало, я там работаю, понятно? Только не сегодня. Сэр, я прошу вас вернуться к машине. Черт, ты лысого, я тебя вернусь. Что такое? Плотину не прорвало, это НЛО. Я видел этих инопланетян, не первый раз, такие зеленые придурки. Прошу вас, вернитесь к вашей машине. Они мне не верят, вы хоть поверьте. Я знаю, там что-то происходит. Я их видел в прошлом году, такие зеленые придурки.
Они чуть ко мне в дом не залезли. Эй! Эй, отпустите, отпустите меня, черт возьми! А вы что смотрите? О, боже! Флойд, Флойд, где ты? Я что-то не пойму. Биологическое оружие такое мерзкое, что мы были вынуждены отправить его на Луну. Вдруг оказалось в нашем лесу в результате катастрофы, и мы не знаем, что происходит. Да ладно вам. Президент требует от меня ответа, а у меня его нет. Ситуация серьезная, господа. Если вы не сможете придумать что-то вразумительное, покатятся многие головы. Эта группа самая лучшая, что у нас есть, генерал. Помните аварию иракского танкера? Да. Холлинджер и Троттер сделали все безошибочно. Сколько у нас есть времени? Пресса мутит воду. Мы их пока сдерживаем, но рано или поздно все выяснится. Боюсь, что это уже выяснилось. Кто-то из государственных служащих сказал прессе, что плотина в порядке. По-вашему, это смешно? Прошу вас, поделитесь с нами вашими соображениями. Авария НАСА и военное присутствие в богом забытом месте. Для этого не надо быть конструктором ракет, чтобы понять, генерал. Если у вас есть какие-то предложения, а не сарказм, пожалуйста, поделитесь с нами. А почему бы нам не послать группу специально обученных морских пехотинцев? Пусть они сделают дыру в плотине, и все будет в порядке. Извините, если это смело. Я скажу вам, что делать. В будущем, если у вас есть предложение, держите их при себе. Лейтенант, созовите пресс-конференцию. Скажите им, что ракета Икарус разбилась. Скажите, что мы имеем осколки. Скажите им, что есть возможность, небольшая возможность опасности ядерной радиации, да, совершенно верно. Скажите, что повреждена плотина, ну что-то в этом роде, только чтобы это звучало официально. И согласуйте все это с НАСА, чтобы они не попали впросак по телевидению. Да, сэр. Как гениально. Мы уже почти дошли. Вот так, успокойся. Все в порядке? Да. Я просто устал. Ладно, хорошо. Отдохни. Я пойду посмотрю, что здесь к чему. Может быть, найду нашу взрывчатку. У меня есть предчувствие, что она нам понадобится. Собрался. Я ухожу. Успокойся, парень. Я не хочу здесь быть. Я не хочу, чтобы меня убили. Хочу дойти до дома. Послушай, ты со мной. Успокойся. Все в порядке. Я отвезу тебя домой. Ты понимаешь? Я буду с тобой всегда. Я отвезу тебя домой. Все в порядке. Успокойся. Вот здесь. Ложись. Посмотри на меня. Оставайся со мной. Понял? Черт меня дери. Текс был прав. Пошли.
Я слышу тебя, Троттер. Я слышу тебя. Джейсон! Джейсон. You better get away if you can. Ты лучше уходи побыстрее, если можешь. Потому что я нашел тебя. Something's happening to me. Со мной что-то происходит. Какие-то изменения. Уходи лучше. Если я найду тебя, я буду вынужден убить тебя. Я это должен сделать. У меня нет выбора. Я чувствую твой запах. Я чувствую твой запах, Джейсон. Джейсон? Слушай, никуда не уходи отсюда. Я скоро. Ты опоздал, Джейсон. Я приближаюсь. Вертолет. 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 Эй! Эй! Эй, сюда! Сюда вниз! Я здесь! Эй! I know you're there. Я знаю, что ты там. It's too late. Уже слишком поздно.
I got you. Попался. Почему, Уолтер? Почему ты должен был всех убить? Я следую своему приказу. Ты сказал, что ты готов на все ради своей страны. Я тоже. Теперь я должен убить тебя. Нет. Нет. Ты не убьешь меня. Я это сделаю. Это я и сделаю. Бросай. Just kill me, Jason. Убей меня, Джейсон. I tried to. Я пытался. I just couldn't do it. Но я не смог этого сделать. Please kill me. Прошу тебя, убей меня. No, Walter. Нет, Уолтер. Maybe we can get you some help. Может быть, мы еще можем тебе помочь. Уже слишком поздно. Can't you see the way I'm changing? Неужели ты не видишь, как я меняюсь? Kill me. Убей меня. No. Нет. Kill me. Убей. Kill me! Убей меня. Kill me! Убей меня. Kill me! Убей меня. Прости, приятель. Честное слово, прости. Я пытался предупредить всех, что это возможно. Я был тогда на этом секретном совещании и был против вашего биопроекта. Но меня никто тогда не послушал. Никакой прогресс невозможен без риска, сенатор. Правда? Вопрос заключается в том, какой это будет риск. Ну ладно, хватит. Я слушаю это целый день и не получил четкого ответа. И сейчас я его должен получить. Я хочу знать, что мы там потеряли. Давай, Фрост, скажи ему. Это твоя игрушка. Мы разработали мутирующий вид ДНК. Его можно ввести в живой организм как вирусную инфекцию. Это что, какая-то болезнь, что ли? Нет. Нет, это не болезнь. Этот вид ДНК содержит элементы ДНК человека и некоторых животных, выбранных специально, исходя из их инстинкта хищника. И что это сделает с неприятелем? В том-то и дело, генерал. Это не сделано для неприятеля. Это сделано для использования на наших солдатах, чтобы они забыли о детских сказках и маминых яблочных пирогах. Они превращаются в недумающие машины смерти. Это так, мистер Фрост?
В общем-то, это именно так, генерал. Они испробовали его на лабораторных животных. Они разорвали друг друга на части. Но они не остановились ни на секунду и продолжали свои исследования, играя роль Бога. Кто-то ведь должен это сделать, сенатор. Ибо он, судя по всему, о нас забыл. Только не говорите этой чепухи, Фрост. Вам все равно, кого вы убьете, хорошего или плохого. Совсем напротив, сенатор. Я думаю только об уничтожении врага, кем бы он ни был. Это что, угроза? Вы мне угрожаете? А вы что, чувствуете угрозу? Ну хорошо, господа, хватит. Я хочу знать, мистер Фрост, почему эта территория не была обезврежена специальной группой биологического контроля до прибытия специального подразделения за этим контейнером? Это моя большая тактическая ошибка, генерал. Ошибка, черт тебя дери. Я думаю, что вы хотели, чтобы ваш небольшой жучок поработал на вас в экстремальной ситуации. Разве нет, генерал? Что я могу сказать на это? Вы мне не нравитесь, сэр. Мне не нравятся такие, как вы, никогда не нравились. Я вам так скажу. Если эта ваша херня не будет уничтожена быстро и тихо, и я соберу тучи и подниму такую грозу, какую вы ни разу не видели в жизни, и у вас будут большие неприятности, это ясно? Я вас, кажется, понял. Куда это вы собрались? Если ударит гром, я хотел бы быть готовым к этому. Это беда, генерал. Беда с большой буквы «Б». Интересно, знает хоть кто-нибудь, что происходит там с моими ребятами? Все, стоять. Пожалуйста, не стреляйте. Я сказал шерифу, следующему его парню, который будет здесь вынюхивать, я выстрелю в задницу. Повернись и нагнись. Мое терпение лопнуло. Нет, я не полицейский. Меня зовут Джейсон Троттер, лейтенант. Армия США. Армия. Да, похоже. Ты имеешь какое-то отношение к этой штуке, что упала утром с неба? Что вы знаете об этом? Об этом только и говорят по радио. К тому же Джорди видел, как она падала. Кто такой Джорди? Мой младший брат. Почему ты задаешь мне эти вопросы? Ружье-то у меня? Послушайте, это очень срочно. Мне нужен ваш телефон. И все. У меня нет телефона.
А вы можете мне сказать, где я могу его найти? Как дойти до ближайшего города? Хоть что-нибудь, пожалуйста. Мне нужна ваша помощь. Ладно, пошли в дом. И никаких глупостей. Здесь очень чувствительный курок, а мой палец как раз на нем. Пошли. Когда у нас отобрали лесопилку, мой отец потерял все. Мы приехали сюда. Нам сказали, что жить здесь вполне можно. Но это чужая земля. Государственная собственность. Не зря ведь говорят, что мы и есть государство. Управляемое народом и для народа. И все такое прочее. Где сейчас ваш отец? В тюрьме. Черт возьми. Эй, отпустите меня. Отпустите. Отпустите. Опустите ружье, иначе я убью мальчишку. Что происходит? Скажи им, что я ничего не делал. Я слепой, скажи им. Пожалуйста, не надо. Заткнитесь. Руки над головой. Спускайтесь медленно. Ну? Что происходит, черт возьми? Вы Холлинджер? Нет. Холлинджер убит. Я Троттер, лейтенант Джейсон Троттер. Где баллон? Там. Свяжись с ними. Скажи, у нас Троттер и двое гражданских. Может быть, инфицированных. Инфицированных? Инфицированных чем? Дайте рацию, я хочу поговорить с вашим командиром. Это приказ. Как вы мне не нравитесь, ребята из спецподразделения. Марвик? Нет, не он. Хартер. Ему конец. Кто он такой, черт возьми? Ребята, наверху. Господи Боже.
Это что-то неестественное, сержант. Неестественное, мать его. Троттер должен что-то знать. Пошли. Что там такое? Я не знаю. Тошнит. О, черт. Тошнит. Джорди, назад. Что с тобой? Ничего. Сюда, за мной. Я знала, что из-за вас будут неприятности. Прекрати, сестра, он хороший парень. Откуда ты это взял? Я за ним целый день следил. Это был ты? Эти кретины думали, что они за границей. Когда я спрятался за бревном, думал, что мне хана. А ты ничего, но не похож на зверя. А ты похож на зверя? Куда он делся? Не знаю. Это мой лес. Ясно? Я, кажется, начинаю понимать. Мне нужна рация, капрал. Простите, сэр, необходимо разрешение. Приказ генерала. Ты когда-нибудь видел такой высокий доступ к секретной информации? Нет, сэр. Ты куришь? Только не на дежурстве, сэр. Тогда отдохни. Там, на улице. Все в порядке. Да, сэр. Направляющий тени, ответьте. Это направляющий тени. Вас слышу. Прием. Направляющий тени. Что у вас? Прием. У вас Троттер и двое гражданских. Одного нашего потеряли. Прием. Направляющий тени. Кто вас стрелял? Прием. Никто, сэр. Никакого огня не было. Прием. Это был лейтенант Холлинджер. Прием. Я не знаю, что это было. Прием. Направляющий тени. План «Волшебная лампа». Уничтожьте всех. Прием. С удовольствием. Направляющий тени вас понял. Прием окончен. Вы сказали всех уничтожить? Они могут быть заражены вирусом, генерал. У нас нет выбора. Для вас это будет шоком, но я не люблю убивать. У нас у всех есть слабости. Не так ли? Нет, не так. Сержант, если этот человек подойдет на 50 ярдов к этому оборудованию, стреляйте в него. Все понятно? Да, сэр. Не волнуйтесь, генерал. Мне это уже больше не понадобится. Что это было? Что это, черт возьми? Это, наверное, Холлинджер, о котором они говорили. Нет, ты не прав, я его убил. Я знаю, но убили не до конца. Что ты имеешь в виду? Для него это была царапина. Надо было стрелять несколько раз. Через некоторое время он проснулся и начал превращаться во что? В чудовище, во что же еще?
Стой на месте. Черт, моя нога. Моя нога. Сержант. 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 Помогите мне. Черт, кто он такой, мать его? Выходи. Выходи, сукин сын, выходи. Возьми меня, сукин сын. Возьми меня, выходи. Троттер, давай, сюда. Ну что там? Похоже, лиса попала в курятник. Ты был прав. Это Холлинджер. Он чудовище. Послушайте, нам нужна помощь. Если мы прорвемся к дороге, может быть, не годится. Они будут нас ждать там. Что бы ни происходило, я уверен, они не дадут нам уйти. Что будем делать? Первое, что мне нужно, это позвонить. Это снял с трупа. Посмотрим, работает она или нет. Это отряд номер один. Отряд номер один. Повторяю, отряд номер один. Прием. Ну хорошо, слушайте меня. Это лейтенант Джейсон Троттер, 401. Если со мной никто не свяжется через 30 секунд, я позвоню в службу новостей и скажу им, что здесь происходит. Поэтому надеюсь, кто-нибудь мне ответит. Лейтенант Троттер, это генерал Билл Деверо. Мне нужно знать, где вы находитесь. Ваши люди дважды за сегодня пытались меня убить, поэтому извините, если скажу, что это не ваше дело. О чем вы говорите, лейтенант? Что там происходит? Холлинджер убил всех моих ребят. Сказал, что это приказ. А ваша вторая группа стреляла в меня и в двух гражданских. Я не знаю, это вы мне скажите, что происходит. Лейтенант, вторая группа, где они сейчас? Они убиты. Холлинджер их всех убил. Он заразился? Еще как. Лейтенант, это мерзкий химический коктейль. Мы не можем допустить его распространения. Вы знакомы с вариантом Прометей?
Не делайте это, генерал. Я завершу операцию самостоятельно. Я не могу рисковать. Я солдат. Поверьте мне на слово. Это большой риск, Билл. Большой. Я знаю. Хорошо, лейтенант, можете действовать. Уничтожьте лейтенанта Холлинджера. Вы поняли меня? Да, сэр. Лейтенант, еще кое-что. Сэр? Да, сэр. Godspeed. С Богом, сынок. Godspeed. Yeah. Да. Godspeed. С Богом. Well, если бы было время, но сейчас, после этого... А что потом? Prometheus directive. Вариант Прометей. Purification. Выжигание огнем. That ain't good. Это плохо. No, that ain't good. Да, это совсем плохо. How many rounds you got left? Сколько у вас патронов в ружье? Just the two. Два, а не внутри. Well, I got a full clip. У меня полный магазин. Еще 10 сумки. И это. What is that? Что это? That's a neutron bomb. Эта бомба гарантирует уничтожение всего с возвратом денег. Беда в том, что нам нужен часовой механизм. А это годится? Это ведь наши гранаты и мины, оставленные на дороге. Да, учтите на будущее. Лучше их зарывать в траву. Труднее увидеть. Я постараюсь запомнить. Пошли, ты мне понадобишься. А как же я? Вот, возьмите. Патроны для ружья. Сидите здесь. Если кто-то приблизится, стреляйте. Мы услышим выстрел и прибежим. Если нас не будет, используйте рацию. А что я им скажу? Скажите о баллоне. Скажите, что все оттуда. Врите, как можете. И, может быть, вас отсюда везут. Хорошо? Умеете обращаться с этим? Не волнуйтесь за меня. Присмотрите лучше за моим младшим братом. Хорошо, я это сделаю. Знаешь, как закладывать мины? Но как вы тогда, на дороге? Нет, не так. Будем делать ловушки из двух мин. Рядом друг с другом. Шнур натягивает слишком заметно. Значит, если не взорвется одна, взорвется другая. Да, и если повезет, взорвется та, что покрупнее. Классно придумано, адмирал. Мне за это платят деньги. Что такое? Цикады замолчали. Стой здесь. Может быть, зверек? Ты давно на тебя в зеркало смотрел? Скорее.
Чувак, осторожно, не задеть. Понял. This ain't working too good. Он хорошо бежит. Да уж. Так, ну где он там? Черт, пошли. Разозлился, да? Трот, трот, вставай. Куда он делся? Пошли. Пошли отсюда. Я думаю, он пойдет за моей сестрой. Твоя сестра молодец. Жаль, что у нее парней не было знакомых. А вы ей понравились. Я сразу это понял. Не время сейчас говорить об этом. Конечно. Живя здесь, вы ей понравитесь, даже если у вас задница вместо головы. Но это я так. Хорошо. Почему он вас не тронул? Не знаю. Загадка в том, почему сначала он принялся за них. Мы ведь тоже были в лесу тогда. Не пойму. Я видел часто, как животные набрасываются друг на друга из-за добычи. Да, может быть. Не знаю. Когда вы вернетесь в Вашингтон, вы там мне больше поможете. Почему? Эти дела пойдут хуже. Мне нужна любая информация. Да. Я вам очень советую передумать, генерал. У нас с ними связь. Мы можем их убрать, а потом заняться Холлинджером. Там много гражданских людей, которые совсем ни при чем. Это, конечно, неудобство, но и что? Еще какое? Что вы будете делать, когда Троттер проболтается? Он это сделает. Я дал ему время подумать. И вам тоже. Вы совершаете большую ошибку. Я их делал раньше. Сенатор. Вам не нужно уезжать отсюда. Если все это вскроется, в каждой стране будет знать, кто за этим стоит. Поверьте мне. Да ладно вам, сенатор. Не надо так удивляться. Официальные лица всегда принимают удар на себя. Поэтому вы и здесь, правильно?
Он ее нашел. Это сукин сын ее нашел. И вел с собой. Но он ее не убил. Его здесь нет. И не будет. Я его разнесу на кусочки. Подожди. Он нас ловит на приманку. Да? Ну и что? Мне взять трубку? Yes, sir. Да, сэр. Yes, sir. Да, сэр. Yes, sir, but I gave да, my сэр, word. Но я дал свое слово. I understand perfectly, я Mr. очень President. Хорошо вас понимаю, господин президент. Prometheus, director. Вариант Прометей? God help us. Да поможет нам Бог. Yes, General. Да, генерал. Yes. Да. Он здесь. Он ждет нас. Я думаю, мы подождем, пока он не выйдет, и взорвем его вашей бомбой. Правильно? Не так все просто, парень. Нам нужно минимум 5 секунд, чтобы убежать. Похоже, он затаился. Видишь эту тропинку? Да. Ты подбежишь к сестре, возьмешь ее и быстро скроешься. Вы доберетесь до генерала Деверо и все ему расскажете. Я знаю, что делать. Понял? Вы не сможете его убить в одиночку. Да, я знаю. Уходи, уходи. Уходи туда. Нет, нет, пожалуйста, не делай это. Уходи отсюда. Уолтер! Уолтер. Come on out, Walter. Выходи, Уолтер. I know you're there. Я знаю, что ты здесь. Let's get it over with. Давай все закончим. It's showtime. Пора. Thank you.
Пошли, пошли отсюда. Он бьет меня, если я шевелюсь. Пойдем. Ну иди сюда, сукин сын. Ну, давай. Иди. Иди сюда, Уолтер, я здесь. Хочешь меня? Возьми меня. Ну? Давай. 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 Вот так. Вот так, заходи. Заходи. Что за спешка, адмирал? Джорди. Джорди. Джорди, get the hell out of here! Джорди, беги отсюда. Run! Беги. Come on! Ну, давай. Давай. Заходи. Да, приятель. Домой не вернется никуда. Yeah.
Давайте, пошли. Есть, мы его сделали, адмирал. Мы его сделали. Ладно, пошли отсюда. Сестра, все в порядке. Мы поджарили этого сукиного сына. Отпусти ее. Подожди. Посмотри на его левую ногу. Уолтер, отпусти ее. Не делай это. Не делай это. Уолтер, не дай им сделать это с тобой. Ты солдат. Мы солдаты, Уолтер. Мы не убийцы. Мы не убиваем ни в чем не повинных людей. Я сказал, что готов на все ради своей страны. Я ошибался. И ты тоже. Мы с тобой люди чести, черт возьми. Люди чести. И ты был моим лучшим другом. Не дай им отнять у тебя честь. Не делай это. Пожалуйста, не надо. Ну? Все кончено. Нет, не все. Бежим. Бегите.
Я хочу вас обоих поблагодарить за вашу помощь. Могу себе представить, как тяжело вам там пришлось. Я не думаю, что кто-то может себе это представить. Вы, наверное, правы. Капрал Прайс отвезет вас к самолету. Если вы не против, я бы вам позвонил через пару недель. Ну, на всякий случай, просто узнать, как у вас дела. Спасибо, генерал. Спасибо вам. У нас ведь здорово получилось, правда? У Троттера и у меня. Это точно. И знаешь, из тебя выйдет отличный солдат, сынок.